Как вовремя определить, на что способен ваш ребенок и какие таланты в нем можно развить? Школьные психологи со всего Казахстана обмениваются опытом. Как же распознать склонность детей к науке и творчеству? Вот уже 3 года мы ведем научный проект по развитию и диагностике способностей детей. Нас поддерживает Академия Ельбасы. Проделано очень много работы. Мы являемся на сегодняшний день 20 авторами 20 диагностик способностей детей. Также ежегодно, уже 3 года мы обучаем и занимаемся психологами школ со всей страны. Чем больше талантливых детей, тем надежнее будущее нашей страны. Именно такого принципа придерживаются эксперты, которые приехали в столицу на Республиканский психологический форум. Специалисты говорят, что по-своему одарен каждый ребенок, а задача педагогов и родителей – распознать в детях их способности и помочь их развить. Форум продлится 2 дня. За это время эксперты проведут 8 мастер-классов. Мы открыли в 2021 году службу «Хаблет». Эта служба направлена на то, чтобы мы помогли родителям, школам, педагогам диагностировать детей, а после диагностики уже помочь развивать его навыки, его компетенции. В рамках данной службы «Хаблет» у нас в каждом регионе, в центре Дарын, открыты наши региональные службы, где есть психологи, которые проходят ежегодно у нас обучение, а далее уже обучившись, получив сертификаты, они приезжают в свой регион и обучают уже психологов в школе.